богов Олимпа, по слову Зевса, мы три судьи. Ты предстал пред нашим судом, смертный. Царь Эак говорит, что ты желаешь. Царь Радамант говорит, что ты достоин. Теперь я, царь Минос, должен вынести вердикт. Твое будущее скрывает тень. Царство мертвых пока не готово принять тебя. За этой дверью тебя ждет судьба. Отец? Каллиопа? О. Ты не моя дочь. Нет. Но я знаю, кто ты. Ты знаешь меня? Они сказали, ты придешь. Играешь в игрушки, Кратос. Не прячься, Аид. Опять твои фокусы? Как обычно, спартанец. Ты жестоко ошибаешься. Выходи, трус! Не горячись, Кратос. Успокойся. Мы с тобой еще поиграем очень скоро.
Пощади меня, клянусь тебе, я дорого заплатил. Успокойся, бог-кузнец. Призрак Спарты? Это ты. Ну и ну. Я думал, Зевс уже убил тебя. А я думал, ты уже вышел из этой пещеры. Зевс заточил меня здесь, но именно ты виновник моих мучений. Я ничего не сделал тебе, Гефест. Мне нужен лишь один бог Олимпа. Да, если на нем ты и правда остановишься. Я ищу пламя Олимпа. Ты слышал о нем? Зачем оно тебе, спартанец? Зачем? Не твоего ума дело. Говори, знаешь ли ты о нем? Все дети Олимпа знают о нем. Все мы почитаем его силу. Оно коварно, не дай ему обмануть себя. Ни богу, ни смертному не дано к нему прикоснуться. Я должен найти его.
Кто способен найти выход из царства Аида, тот без труда сможет отыскать и пламя Олимпа. Ты очень помог мне, Гефест.